Самолет создан в рамках опытно-конструкторских работ в интересах Минобороны Российской Федерации. Это новейший легкий истребитель с оптимальным составом систем и оборудования. Все системы МиГ-35 российские разработки и производства. Самолет сейчас движется по взлетно-посадочной полосе. Те, кто стоит поближе, могут его наблюдать в деталях. Скорость пока не более 60 км в час. Все еще достаточно тихо, комфортно. Скорость растет. Вы уже слышите, как МиГ-35 приближается к нам. Вот мы уже его видим, и он в воздухе. Является современным многофункциональным истребителем с цилиндром.
катушка, гашение скорости. И вот самолет на скорости около 200 км в час, большим углом атаки на высоте 200 метров. Движется прямо перед вами. Под ваши аплодисменты, герой России Михаил Беляев и летчик-испытатель Дмитрий Селионов выпускают шасси, заканчивают свой демонстрационный полет на сегодня на прекрасном новейшем самолете МиГ-35. С малого радиуса доворачивают влево на посадочный курс и заходят на посадку. Двигатели РД-33 мы с вами сейчас наблюдали. Их возможности обладают высокими характеристиками приемистости, темпом, что, согласитесь, очень важно в современном мире, в возможном современном бою. Выравнивает многотонную машину МиГ-35 экипаж. И вот сейчас есть касание с парашютами тормозными МиГ-35 прямо перед вами, летчики. Испытатели видят вас. Давайте поаплодируем, поблагодарим их. Нас нужно отдышаться после таких сильных перегрузок.